Общим усилием Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов.
Старичок остановился у этого домика. Надо туда заглянуть. Закрыто. Есть там кто? Зараза. Я не причиню вам вреда, откройте. Накрылась наша конспирация. А ты кто такой? И чего тут ищешь? Меня зовут Геральт, а вы кто такие? Это ж тот самый ведьмак. Я слыхал балладу про него и чародейку. Как бишь ее... Цыц! Йеннифер. Чародейку зовут Йеннифер из Венгерберга. Во-во-во-во-во! Ее очи мечут молнии, а сердце как глыба льда. Как же там было? Клянусь бородой своей матери, возьмите себя в руки, ребята. Эй, ты, за дверью! Ты Геральт? Я правильно говорю? Да, Геральт. Послушай, Геральт, поговорим о деле. Мы пережили кораблекрушение. Нескольких моих ребят сожрали какие-то твари, пока мы, наконец, не укрылись тут. Этот остров полон опасностей, так что не удивляйся, что мы тебе не доверяем. Что-то затянулся ваш рассказ. Давайте уж договоримся как-нибудь. Если это демон, он сейчас попробует нас провести. Я не демон. Я могу доказать, что вам нечего бояться. Это как же? Если я найду ваших друзей, вы поверите, что я вам не опасен? Боюсь, отыскать их будет непросто. Сколько их было? Трое. Иво, Гаспар и Ференс. Этот ваш Иво, где его искать-то? Этот кретин уперся, что должен обыскать пещеры на востоке. Я не сумел выбить эту мысль у него из головы, но он где-то там ищи. Где искать Гаспара? Он сказал, что мы не можем просто так сидеть и ждать спасения. Взял фонарь и говорит, мол, поднимется на вершину горы, будет корабли высматривать. Куда пошел Ференс? На запад. Вроде там есть какой-то корабль. У Ференса руки просто золотые. Если бы кто и смог его починить, то только он. Постараюсь отыскать всех троих. До свидания. Я рад, что ты все правильно понял. Встретил твоих друзей. Давай, слезай. Добро! Уже спускаюсь. Ха, вот повезло-то. Знаешь, об одном только жалею. Разбился. Зараза.
Эй, вставай. Брыщ, мужик, иди спать. Вставай. Что такое? Ну, ты еще кто? Я Геральт. Твои друзья просили, чтобы я нашел тебя, Ференса и Иво. Боюсь, они умерли. Иво окружили какие-то твари, я сам видел. А Ференс, я слышал, как он кричал, ужасно кричал, а потом зарычало чудовище. Идем в хату. Если что случится, я тебя в обиду не дам. Жалко, ребят, да что ж поделаешь. Пойдем. Только я должен предупредить, что страдаю нарколепсией. Это такое... Знаю я, что такое нарколепсия. Буду тебя будить. Вот и ладно. Пойдем быстрее. Сейчас я вырублю все. Ну, вставай. Морзи, ну чего тебе? Ну, сейчас. Ты что-нибудь знаешь об этом острове? Почти ничего. Его нет ни на одной карте. С заколдованными островами так часто бывает. Думаешь, он заколдованный? Это единственное, в чем я уверен. Если сильнее меня, прости. Проснись. Сейчас. Еще минуточку. Вставай. И ты что делаешь на этом удивительном острове? Ищу кое-кого. Здесь? Так уж вышло. Не, тут вроде безопасно. Ты меня на обратном пути захвати. Только поторопись, очень тебя прошу. Thank you.
Иди сюда. Сбежать из леса. Один из трех пропавших. Скверно, что он умер. Я привел вашего друга. Правда? Пусть он зовется. И спи. Я не сплю. Это Гаспар. Отойдите, я открою дверь. Гаспар! Что-то ты мутный. А что сразу мутный? Не выспатый я. Что с остальными? Одного я нашел у логова монстра, он был уже мертв. Второй на моих глазах упал со скалы и свернул себе шею. Холера. Рабинник велел мне присматривать за этим засранцем. Это был его племянник. Благодарю за помощь. Прости, что я тебе не доверял. Эх, все-то у нас наперекосяк. Что нам теперь делать? Вы можете вернуться со мной, у меня здесь лодка. Но сперва я должен кое-кого найти. Сероволосая девушка? Да. Мне очень жаль. С дороги! Она холодная и не дышит. Мы ничего не могли сделать. Подождем у лодки. Thank you.
Видишь, не все уроки Весемира пропали зря. Ведьмак может забыть поесть, попить, даже подышать, но никогда не забудет позаботиться о своем мече. Ой, правда, он это все время повторял. И не надоело ему. Что это была за тварь? Что, какая тварь? От которой шрам над левым глазом. Он свежий, я его не помню. Это на память от Куралиска из Спалы. Очередной в моей коллекции, говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Авалак готовил для меня специальные мази. До того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр-Морхене и ждет тебя. Ты шутишь? Нет, над этим ты бы шутить не стал. И это отлично! Какой приятный подарок! Ты доверяешь ему? А Валакху? Он еще ни разу меня не подвел. Ни разу! Почему, собственно, Авалак тебе помогает? Обычно знающие не в восторге от людей. Здесь дело не во мне, а в моей силе. Впрочем, как и всегда. Авалак пытался научить меня контролировать силу. А еще он следил, чтобы я не попала в руки Редина. А что нужно Редину? То же, что и всем. Моя сила. Его собственному миру грозит гибель. И Редину пришла в голову гениальная мысль – завоевать наш. Но сам он, конечно, с этим не справится. Ему нужна армия. Только вот перенести сюда тысячи Аэнели его навигаторы не смогут. А ты сможешь. Именно. А если я при этом умру, что ж, жертва будет не напрасной. Как вообще получилось, что ты начала путешествовать с Авалакхом? С тех пор, как я оставила вас с Йен на острове Яблонь, Иридин и его красные всадники все время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Авалак. Он нашел портал и перенес нас в мир, где Иридин не мог нас выследить примерно полгода. И в каком мире вы прятались от Иридина? Ты все равно не поверишь. А ты попробуй. Там у людей в голове металл, а воины они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей, зато у каждого воздушный корабль. Ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Ах, надо было там остаться. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Йеннифер. Ты искала нас, а мы тебя. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг, а иногда, что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. Ну тогда расскажи мне, как все было, по очереди, с самого начала. Как только мы появились на Артскеллиге, Иридин сразу нас нашел. Его красные всадники нас окружили. Я думала, это конец. Но оказалось, что у Иридина другой план. Он вытащил филактерий и распечатал его. Вдруг все окутал туман, и Авалак начал задыхаться. Тогда Иридин и наложил проклятие, которое превратило Авалакха в уму? Да. Он не хотел его убивать, только унизить. Но Авалак не сдался без боя. Он наложил какое-то заклинание и просто разметал бойцов охоты. А заодно половину леса на Артскеллиге. Это дало нам время для бегства. Авалакх открыл портал, и я прыгнула туда. Он должен был пойти за мной,
Но, видно, из-за проклятия что-то пошло не так, и он не успел. Так или иначе, мы договорились, что если вдруг что-то пойдет не так, то мы встретимся в его укрытии в Велине. Но вы так и не встретились. Я прошла через портал, но вместо убежища Валакха вывалилась посреди кривоуховых топий. Я едва сбежала от ведьм. Потом был барон. А ты знаешь, что он взял меня на охоту и что я убила кабана мечом? Слышал. В общем, это вышло случайно. Мне вообще не хотелось ехать на эту охоту, но глупо было отказываться. Я не взяла никакого подходящего оружия, потому что не собиралась им пользоваться. Я просто ходила по лесу, дышала свежим воздухом и вдруг услыхала странный звук. На тебя напал кабан? Угу. Здоровый как тур. И бросился прямо на меня. А у меня был только меч. Ты отлично справилась. Люди барона до сих пор вспоминают. Они простые солдаты. Я с ними хорошо ладила. Жалко, что пришлось оттуда бежать. Но я не хотела натравить на них дикую охоту. Потом я знала, что проклятие набирает силу, поэтому вместо того, чтобы искать Авалак, решила найти тебя, Иен. А как вышло, что ты попала к ублюдку-младшему? Я не могла вас найти, а мне надо было починить филактерии. Обычные ремесленники мне бы не помогли. Тут был нужен очень сильный чародей. Лютик посчитал делом чести помочь мне. Организовал встречу с каким-то чародеем. Но оказалось, что это ловушка храмовой стражи. Он мне ничего об этом не рассказывал. Наверное, не хотел тебя расстраивать. Потом мы узнали, что стража постоянно устраивает такие провокации, чтобы поймать тех, кто сотрудничает с чародеями. Стало понятно, что придется искать другой способ. Тогда Лютик сказал, что в Новиграде есть человек, который может больше других, и что наверняка у него есть выход на кого-то, кто починит филактерий. Ублюдок младший. Угу. У меня было подозрение, что это не лучший замысел, но я была в отчаянии. У меня просто не было выбора. Предчувствие тебя не обмануло. Вы нашли не лучшего союзника. Этот дубина, ублюдок-младший, вбил себе в голову, что мы его обманули и похитил Дуду. А вы его отбили и бежали на храмовый остров. Отличный план. Да не было у нас плана. Мы просто помчались, куда глаза глядят. Я даже не заметила, что стражники загоняют меня в ловушку. Просто в какой-то момент я поняла, что должна исчезнуть. Немедленно. И перенеслась на Скеллиге. Побережье Хиндерсфьяля было первым приятным местом, которое пришло мне в голову. Когда-то мы плавали там с Хьялмаром. То есть ты случайно там оказалась? Я думал, вы условились встретиться там с Авалакхом. Нет, он просто почувствовал, что я использовала силу. По тому же принципу Иридин может чувствовать, где я. Впрочем, именно поэтому он вскоре появился там со своими всадниками. И снова все понеслось очень быстро. Лафотен, нападение охоты, побег. А потом все, что я помню, это сны. Что тебе снилось? Потому что у меня последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже. В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Но были милые вещи. Например, мы сидели у огня, пили хорошее вино, а вокруг танцевали и смеялись люди. Это и правда гораздо приятнее. Но все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно входила в башню. Знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны было в ней что-то знакомое и поразительное. Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет, всегда все заканчивалось поисками входа.
А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом, я бы подумала, что это все еще сон. Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты ледяная и не дышишь. А все-таки ты пришел. Ну, кто станет слушать краснолюдов? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. На берегу ждет лодка. Потом поедем в Каэр Морхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Это моментально привлечет Эридина, лучше не рисковать. Кроме того, я терпеть не могу порталов. Сука. Слушай, надо что-нибудь придумать.